Good to see you. This is Vito Scaletta. He's the one I've been telling you about. Come on, Lincoln, sit down. Постарел, постарел. So you served in Vietnam, huh? Yes, sir. Sal tells me you earned a few pieces of tin over there. Well, I served with some good men. Nothing I did would happen without them. Army? Marines? Regular Army at first, and then I was recruited to the 5th SFG. Special Forces. I told you it was something else. Now, not that anything's gonna go wrong, but just in case, goddamn, don't you want a man like that on your side? Well, if you're vouching for him, Sal, that's good enough for me. Look, I got a couple things to take care of. Thanks for the drink. Оливия, дорогая, не хочу прерывать беседу, но у меня встреча. Реми, как всегда, рад вас видеть. Еще два стакана. Ха-ха-ха, Линкольн, рад тебя видеть. Это Вито Скалетта. Вито, это тот, о котором я тебе рассказывал. Давай, Линкольн, присаживайся. Значит, ты служил в Вьетнаме, да? Так точно. Сал говорит, ты там какие-то железки на грузе служил. Я служил с хорошими людьми, без них я бы ничего бы особенно не сделал. Армия, морпехи? Сначала регулярные части, потом меня взяли в зеленые береты. Части спецназначения. Я же говорил, это же он особенный. Не то чтобы что-то могло пойти не так, но чисто на всякий случай, разве ты не хотел бы иметь такого человека на своей стороне? Что ж, Сал, если ты его порекомендуешь, мне этого достаточно. Слушай, вообще мне пора бежать, ждет куча дел. Спасибо за выпивку. Нихуя себе, блять! Знакомство! Вито с котлетой, блять! Линкольн! Good to see you. This is Vito Scaletta. He's the one I've been telling you about. Come on, Lincoln, sit down. So you served in Vietnam, huh? Yes, sir. А вот и Вито Скалетта подъехал. И мы опять флешбэк к тому самому месту, где мы с вами закончили тогда, в первой части. Ну, вы поняли, да? Блин, рад был Скалетту видеть больше, чем вообще всю игру в целом. Потрепала его жизнь, видно сразу, но Вито все тот же чувак, которого мы любили. Линкольн. Рад тебя видеть. Это Вито Скалетта. Вито Скалетта, что? 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 Вито Скалетта! Его как сюда запихали? Я в шоке. Подождите, мне надо отойти. О! Что? Шок. Я вижу, что он постарел. Офигеть, да, он такой старенький. Но живой. Линкольн. Good to see you. Рад тебя видеть. This is Vito. Это Вито. He's the one. Офигеть, это гребаный Вито! Он жив! Да, он сейчас расскажет все, мы сейчас все узнаем. Он мне все секреты расскажет, я выпью из него правду. Рассказывай. А, я тебе про него рассказывал. Что-то Вито постарел. Давай, Линкольн, присаживайся. Спасибо за выпивку. Порезанный такой. Китайец, что ли? Вот, знаете, ощущение, что он постарел. Прям сильно постарел, и его английский голос я никогда не слышал. Интересно, это тот же голос или немножко другой? Линкольн, рад тебя видеть. Это Вито. Good to see you. This is Vito Scaletta. А, это тот самый герой из второй части, ребятки. Вито Скалетта.
Старый уже. So you served in Vietnam, huh? Yes, sir. Thanks for the drink. Блин, Вита Скалета, круто. Как он постарел, да, ребят. Lincoln. Good to see you. This is Vito Scaletta. He's the one I've been telling you about. Come on, Lincoln, sit down. So you served in Vietnam, huh? Yes, sir. Sal tells me you earned a few pieces of tin over there. Well, I served with some good men. Nothing I did would happen without them. Army? Marines? Regular Army at first, and then I was recruited to the 5th SFG. Special forces. Когда он здесь вообще на себя не похож? Now, not that anything's gonna go wrong, but just in case. God damn, don't you want a man like that on your side? Well, if you're vouching for him, Sal, that's good enough for me. Look, I got a couple things to take care of. Thanks for the drink. Вита. Ой, Вита. Ну что ж за Вита такой? Christ, that guy's an asshole. А-ха-ха, Линкольн, рад тебя видеть. Это Вита Скалетта. Ёпта, вот это встреча! Вита Скалетта, друзья мои, давай, Линкольн, присаживайся. Слушай, в общем, мне пора бежать. Ждет куча дел. Спасибо за выпивку, братан. Вита Скалетта, друзья мои. Наш главный герой прошлой части. Господи, ну и говнюк, прислали, блядь, на нашу голову. Еще два стакана. Ага, Линкольн, рад тебя видеть. Это Вита Скалетта, дорогие друзья. Кто о таком я тебе рассказывал? Давай, Линкольн, присаживайся. Слушай, вообще мне пора бежать, ждет куча дел. Спасибо за выпивку. Вита, Вита из второй части, ребята. А вот и мистер Маркано. А вот и Вита. Давно не виделись. Со второй части. Ну такие, знаете, показали Вита Скалетта, все такие, и он ушел.